Павел Вячеславович, да. Это информационное агентство «Взгляд Инфо», Филипп Кочетков, корреспондент. Вот такой вот вопрос. Как вы прокомментируете вчерашнее заявление председателя правительства России Дмитрия Медведева, который выступил с критикой темпов строительства детских садов в ряде регионов, ну, в частности, в Саратовской области тоже? Да, спасибо за вопрос. Значит, но по детским садам, значит, наша задача стоит до выполнения всех мероприятий на этот год. У нас 24 детских сада и 6 по всем по нас проектам проходит 6 школ. Из них 2, которые начнут строительство и закончат в следующем году, 3 вернее даже. Это «Авиатор», школа в Энгельсе и школа в Саратовском районе, которая переходящая на будущий год. Значит, задача Минстроя по всем объектам были разрешения на строительство, чтобы все работы велись с соответствующим качеством, соответствующие сроки. Подрядчики определены, там по двум только объектам у нас будут еще конкурсы, два небольших объекта. Вот где два детских сада. Там у них срок строительства 3-4 месяца, соответственно, там опасений нет. По остальным объектам, значит, работы ведутся, конкурсы все проведены, значит, там заключаются контракты, уже заключить практически 90%. Опасений нет, подрядчики есть, работы ведутся. Сейчас то, что была критика, произошло это из-за того, что в том числе мы для, чтобы этого не повторялось, да, сам запуск этой процедуры немножко затянулся из-за того, что у нас фактически этим мероприятиями строительством занимаются сейчас муниципалитеты. Для этого был создан этот орган, новый комитет по реализации инвестиционных проектов строительства. И уже на будущий год у нас мы потенциальные объекты уже рассматриваем и производим сейчас проектирование, чтобы до конца года произвести проектирование. В декабре отыграть конкурсы на подряды, чтобы спокойно зайти в будущий год, чтобы вот это больше не повторялось. Такая задача стоит поставлена губернатором, и мы ее выполняем. Спасибо.